Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і Дмитро Степанський. Як завжди, говоримо останнім часом про коронавірус, про те, як не заразитися, про те, як уберегтися і про те, повторюємо, що ж це за такий вірус. Доброго дня, пане Дмитре. Добрий день. Ми з вами зустрічаємося вже третій раз. Хороша традиція. Да. Було б краще, якби ми зустрічалися за інших умов. Ну, проте, до кого, як не до вас, звертатися про нагадування, що таке коронавірус, як уберегтися, і давайте поговоримо про тести сьогодні. Я віддаю вам слово, тому розповідайте ще раз, повторення мать учения. Для начала хочу сказать, что наш эфир проходит с соблюдением всех необходимых профилактических мероприятий, это социальная дистанция, мытье рук и так далее. А вот, как я уже говорил в предыдущих эфирах, к сожалению, мы не все знаем о микробах, каждый раз микробы нам предоставляют какие-то новые сюрпризы, и было бы хорошо, если бы микробы сами писали о себе, но, к сожалению, о микробах пишут, их изучают ученые и пишут о них ученые, поэтому мы еще на сегодня не все знаем. Когда мы говорим о нашем, скажем так, нынешней нашей ситуации, то, конечно же, всех больше всего интересует новый коронавирус. Достаточно хорошо уже изучен, но все равно остаются неизученные моменты, и у нас вопросы будут или как? Поки що вопросы. Это абсолютно новый вирус, с которым человечество столкнулось впервые в 19 году, в декабре 19 года. И на сегодняшний день мы имеем такое состояние, как пандемию. То есть это повсеместное распространение данного вируса. И, к сожалению, он уже у нас есть в Украине. Як він розповсюджується, розкажіть, тому що от зараз всі люди сидять на карантині, а щодня збільшується кількість хворих, ну, офіційно, неофіційно, проте. К сожалению, мы должны четко давать себе отчет в том, что вирус уже среди нас. Да, он в определенном количестве, но мы должны четко понимать, что он может нарастать экспоненциально, количество заболевших людей, вызванное данным состоянием. Основными путями передачи является капельный и контактный путь передачи, то есть при чхании, при кашле, при разговоре выделяются капельки жидкости, которые могут содержать вирус. Поэтому в данном случае основным нашим средством профилактики является дистанция. То есть доказано, что безопасная дистанция является где-то 1,5-2 метра, вот примерно как у нас с вами. Также это избегание, мы уже плавно перешли к профилактике, избегание контаминированных поверхностей. Что имеется в виду? Вирус при чихании, при кашле выделяется в окружающую среду и может оседать на различных поверхностях. Это могут быть абсолютно любые поверхности, предметы обихода и так далее, и так далее. При соприкосновении, при контакте руками к этим поверхностям человек, естественно, ну, доказано, что мы в течение часа несколько раз, десятков минимум, дотрагиваемся до своего лица, до своих глаз, до рта, носа, где-то чешем и так далее. Все это создает предпосылки для того, чтобы вирус проникал именно в организм человека и происходило таким образом заражение. Тобто карантинні заходи, які зараз оголосив Кабмін, да, держава наша, вони виправдані і вони можуть дати свої результати. Я считаю, что они абсолютно выправданы. Я уже сказал, что вирус уже среди нас, это пандемия, и хотим мы этого или нет, мы все равно с ним столкнулись и в дальнейшем еще будем сталкиваться. И в данном аспекте интересно будет, наверное, если я простыми словами опишу, что такое R0 или базовое репродуктивное число. Грубо говоря, базовое репродуктивное число – это количество людей, которые могут быть заражены от первоисточника. Хочу сказать сразу, что если R0 или базовое репродуктивное число равно единице, уже создается эпидемический потенциал. Для COVID-19 данного вируса базовое репродуктивное число составляет 2,5. Абсолютным лидером является вирус кори, это 16, то есть, грубо говоря, это высоковирулентный, очень заразный вирус. Но данное репродуктивное число может меняться в зависимости от нашего социального поведения. То есть, чем люди более скучены, контактируют друг с другом, не соблюдают меры карантинные меры, не соблюдают безопасную дистанцию, тем это число может превышаться. Естественно, идет более высокий потенциал распространения данного вируса. Поэтому
карантинные мероприятия, самоизоляция – это на сегодняшний день самое эффективное мероприятие в отношении недопущения распространения экспоненциального роста случаев заболевания, вызванных данным вирусом. Наша задача сейчас уменьшить количество заболевших людей, уменьшить количество передачи данного вируса и уменьшить возможную нагрузку на нашу систему здравоохранения. Потому что может сложиться такая ситуация, как будет в Италии, когда изможденные сотрудники, медицинские работники будут решать, кому из вас давать кислород. Нам нужно не допустить этого. Поэтому самоизоляция, карантин – это саме ефективне мероприятие на сьогоднішній день. Ну, таке елементарне, да? Якщо, наприклад, в родині там, ну, декілька поколінь живе, да, і вони всі знаходяться в одному приміщенні, в одній квартирі, в одному будинку. Тут є якась, ну, не знаю, там, якісь секрети, як уберегтися, чи якщо всі здорові, в принципі, да, то нічого страшного. Прочитав недавно в соцсетях от такой емоціональний пост одного із колег: пенсіонери, куди ви всі їдете? От у вас нет в родственников, внуков и так далее. То есть наша задача на сегодняшний день именно позаботиться об более уязвимых категориях населения, коими являются люди преклонного возраста, наши пенсионеры, люди с сопутствующей патологией. Потому что для большинства из нас COVID-19 может протекать, как, ну, для здоровых людей, как обычные симптомы ОРВИ, то есть в легкой или очень легкой форме. Где-то 20% людей будет требовать госпитализации, 5% из них, около 5%, будут требовать интенсивной терапии. И около 1% – это люди, которым нужна ИВЛ, то есть дополнительные какие-то мероприятия. Поэтому наша задача побеспокоиться именно о данной категории наших сограждан. Ну, тобто не випускати їх з дому? Ні при яких обстоятельствах не випускати їх із дому. Пусть сидять дома, пусть читають книги, смотрять правильні телеканали, да. На вулицю можна виходити, просто вийти там, пройтися по повітрю? Давайте розбиратися. Якщо ви живете в частному домі, якщо ви живете где-то на дачі, ви ізолірувані, в хорошому смислі ізолірувані від окружаючого світу, вам не тільки можна, а й потрібно виходити на вулицю. Якщо ви живете, наприклад, в многоквартирному домі, то все одно подумайте о том, як даний пенсионер, грубо говоря, будет выходить, он пройдет, нажмет на кнопочку лифта, правильно? То есть там теоретически могут содержаться капельки с вирусом. Дальше он будет браться за поручни, правильно, он будет открывать ручки дверей. Это создает все равно какой-то дополнительный риск заражения. Поэтому без экстренной необходимости не нужно это делать. Если захотите подышать воздухом, откройте, пожалуйста, окно. Выйдите на балкон. Да, и это одно из профилактических также мероприятий, это нужно делать. Проветривание, увлажнение воздуха. У мене батьки живуть в приватному секторі, і мама вийшла пройтися по приватному сектору, каже, я вийшла в люди, хоча людей немає. Вийти в люди, здесь ми помнимо соціальна дистанція. Об этом уже много сказано, много написано, но я думаю, що нам не лишний раз буде повторити це для наших. Да, це важливо, слушателей. Тому що, знову ж таки, да, чим більше ми повторюємо, тим більше люди розуміють це. Коли можна, ну, чи можна спрогнозувати, коли буде спад цього вірусу? І коли, ну, принаймні, люди зможуть хоча б виходити на роботи. Ну, наскільки мій опит мені підказує, прогнози – це діло не зовсім благодарне, особливо, коли діло касається епідемії, багато вже прогнозовано, багато різних мнений. На сьогоднішній день ми маємо діло з пандемією. И разные страны, такие как Италия, как Испания, Соединенные Штаты Америки, тот же Китай, говорят о том, что это достаточно серьезное заболевание. Да, медицина, история знает, что для некоторых инфекционных заболеваний характерна сезонность, тот же грипп. То есть летом немножко его, скажем так, уровень заболеваемости снижается. Может быть, это произойдет и с COVID-19. Мы впервые сталкиваемся с данной инфекцией, поэтому как бы все может быть. Но надеяться на это я бы не стал. Ви зараз мені хочете сказати, що життя зупинилося, і ми всі обречені? Ні, ми не обречені, життя продовжується, все буде добре. Це добре. Про маски. Давайте поговоримо про маски і про тести.
Які маски нас захищають? Ви минулого разу, поза минулого разу показували, як носити ефективність маски. Да, обичної хірургічної звичайної маски. Да. І хто які маски має носити, тому що вони ж різні є насправді. Ну, давайте почнемо з того, що носити маску здоровому чоловіку нет необхідності. Носити маску за рулем нет необхідності. Носити маску вдома нет необхідності. Маска прежде всего нужна тому, хто чувствует себя заболевшим или действительно заболел. Для того, чтобы он, помните, мы делали наш опыт очень наглядно. Для того, чтобы мы не были распространителями данного вируса в окружающую нас среду. Это прежде всего. В отношении маски и респираторов тут надо еще помнить о том, что его надо правильно носить. То есть даже не все медицинские работники, к сожалению, правильно носят. Да? Маска не плотна, маску нерегулярно меняют и так далее, и так далее. Поэтому пока на сегодняшний день мы говорим о том, что маски нужны заболевшим или с подозрением на заболевшего. Если вы идете по улице, соблюдаете безопасную дистанцию, вам не нужно носить маску. На сегодняшний день это так. В отношении тестов. В отношении тестов много уже также написано, много сказано. На сегодняшний день мы имеем несколько видов тестов, и то, что мы говорим, то, о чем мы говорим, швидкие тесты, вот я попробовал вот вам продемонстрировать, у нас есть несколько видов тестов. Тесты, которые определяют нуклеиновую кислоту вируса в реакции, полимеразной цепной реакции, являются золотым стандартом. Но мы их не можем сделать в каких-то полевых условиях, они делаются в условиях вирусологической лаборатории, то есть это наши лабораторные центры. Это является золотым стандартом, то есть определение нуклеиновой кислоты вируса. Вот те тесты, о которых вот все говорят, все пишут, это немножечко другой вид диагностики, это определение антител. Антитела могут быть двух нескольких классов. Мы можем определять антитела класса М и класса G. Вот так они примерно выглядят, вот так выглядит негативный результат, контроль, да? Вот. G и M, они... То есть работа теста как примерно принцип, на камеру покажите, пожалуйста. Принцип работы примерно такой же, как тестов на беременность. Угу. Кто сталкивался, тот знает и понимает, о чем говорится. Здесь мы определяем именно уровень, а наличие или отсутствие антител. Иммуноглобулины класса М – это маркер острой инфекции, иммуноглобулины класса G – это маркеры либо хронической инфекции, либо того, что человек контактировал с каким-то, ну, в данном случае, возбудителем. То есть мы определяем антитела, мы не определяем сам вирус. Также мы не можем купить данные тесты в аптеке, они есть в частности, я знаю, в наших некоторых лечебных учреждениях, они есть в лабораторном центре, и не нужно повально, то есть их не так уж и много, да, несмотря на то, что как бы, вроде бы говорят, на дефицита нет, но тем не менее, не нужно создавать на него дефицит, то есть не нужно при каждом удобном случае говорить или требовать, тем более у медицинских работников, сделайте мне, пожалуйста, тест на коронавирус, да, потому что мы все черпаем информацию в разных источниках, и есть такое понятие, как идиот-синдром. Что это за идиот-синдром? Это Internet-Derived Obstruction Treatment Syndrome. То есть это информация, полученная в интернете, которая препятствует лечению. Человек начитался разной информации, сразу же поставил себе диагноз «у меня коронавирус», да, и приходит в поликлинику или там в стационар и требует «сделайте мне, пожалуйста, тест на коронавирус, потому что я болен коронавирусом». Нет. Назначать данную диагностику решает только ваш врач. Только ваш врач. Я зрозуміла. І про дезінфекцію. Ми вже про неї багато знову ж таки говорили, тим не менш. Да, несмотря на то, что нашим самым основным методом на сегодняшний день профилактики является либо безопасная дистанция, либо же самоизоляция, да, то есть карантинное мероприятие, тем не менее, если вам необходимо куда-то выйти и так далее, вот при каких-то обстоятельствах, одним из мер профилактики, действенных мер профилактики является тщательное, правильное мытье рук. Как правильно мыть руки, я также подготовился, если кто-то не знает, пожалуйста. По-простому, если вам тяжело запомнить много картинок и так далее, несколько раз напойте песенку «Happy Birthday to you». То есть время мытья ваших рук с мылом должно составлять, ну, где-то от 20 секунд до 1 минуты. При этом, при, скажем так, данном
интервале доказано, что большинство микробов, не только вирусов, не только COVID-19, большинство других микробов также эффективно элиминируются с поверхности ваших рук. Помните, мы не касаемся. Если у вас нет возможности помыть руки, то вы должны использовать санитайзеры на основе этилового спирта или хлоргексидина. При дефиците, да, я знаю, что сейчас дефицит, вы можете делать самостоятельно. Также уже об этом снято много видео, много написано. Рецепт на самом деле прост. Если у вас есть возможность найти 96% этанол, смешиваем его с перекисью водорода и глицеролом. То есть, в принципе, достаточно эффективное, простое средство, которое вы можете приготовить самостоятельно в домашних условиях. Главное это делать в отсутствии супруга. Да? Чтобы он не сказал, что вы спирт используете не по назначению. Це да. Так, ну і на завершення, якщо вже говорити про всі страшилки, які там ми читаємо в інтернеті, дивимося в новинах, насправді дуже багато нагнітають в пресі, і дуже мало з того є якоїсь такої інформації, яка би була дуже корисною для людей. Ще раз по пунктах і по тезах, як говорила моя викладачка в університеті. Щоб не було паніки, щоб не було розповіді, що ми всі умремо. Ми всі помремо, це якби зрозуміло. Але хтось від коронавірусу, а хтось від переїдання гречки. Що робити дніпрянам, щоб не було таких історій, як в Італії, в Іспанії? Карантин. Ну, для того, чтобы вот, как бы, у нас не было панических настроений, я COVID-19, собственно говоря, пошел из Китая, и на сегодняшний день люди говорят, у нас кризис, у нас экономический кризис, у нас социальный кризис, то есть разные кризисы. Я не поленился и поинтересовался, собственно говоря, что ж такое кризис, как он пишется на китайском. Кризис на китайском – это два иероглифа, этот и этот. Но каждый из них по отдельности означает опасность и возможность. Несмотря на то, что мы действительно имеем дело с очень опасным врагом, это пандемический вирус, у нас есть все равно возможность. У нас есть возможность задуматься о каких-то более глобальных вещах. Нам не нужно думать о выборе новой машины, о выборе новой какой-то вещи, парфюме и так далее, о выборе более симпатичного спутника или спутницы жизни, когда у нас есть вероятность того, чтобы заразиться. У нас есть уникальная возможность подумать о наших пожилых людях, о наших родителях, о наших бабушках, о наших дедушках. У нас есть возможность позаботиться о них. У нас есть возможность позаботиться о людях, которые действительно нуждаются в этом. Мы можем привезти им продукты, сделать какую-то другую благотворительность. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на наших возможностях. И бичом нашего времени является огромное количество разной информации. Я прошу всех, верифицируйте информацию, доверяйте проверенным источником. Это, например, сайт ВОЗ, сайт CDC, сайт Министерства охраны здоровья, сайт Центра громадского здоровья. Телеканал «Відкритий». Потому что проклятием нашей современности является то, что среди нас все больше людей, которые объясняют лучше, чем сами понимают любой вопрос. Ну так, куди ділися всі політологи, вони стали вірусологами, да? Тому будьте здорові, дякую вам за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви завжди пояснюєте зрозумілою мовою якісь високі медичні терміни і високі медичні поняття. Будьте здорові, мийте руки, не втомлююсь повторювати, бережіть себе, бережіть своїх рідних, виконуйте все, що вам говорять спеціалісти, і ми всі помремо, це факт, але хто від чого, це невідомо, хоча у вас є можливість уникнути захворювання і уникнути якихось неприємностей. Дивіться телеканал «Відкритий», дивіться наш прес-центр, і Дмитро Степанський завжди прийде і розповість вам. Сподіваюся, ви до нас скоро прийдете і скажете: все, вірусу немає, пандемія закінчилась, можете спокійно виходити на вулицю. А поки що сидіть вдома і купіть хліба, молока і всього необхідного вашим стареньким сусідам, знайомим і родичам. Будьте здорові, не перемикайте телеканал «Відкритий».